Я перевел бывшего заместителя премьер-министра первого Крутого Дмитрия на должность заместителя главы администрации. Это молодой, перспективный человек. И я хочу, чтобы из него получился хороший управленец и профессионал. И ему надо, как в народе говорят, потереться не только там в экономике, министерство экономики, вице-премьер в экономике и все. Пройдет время, время летит быстро, оглянется. А не хватает этого, не хватает того. Вот и его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в администрации президента. Знаний у него достаточно, вы это знаете. Он еще молод. Потом потопчется, я это организую ему, и в коровниках, и на предприятиях. Посмотрит на работу правительства со стороны, потому что его функции будут прежде всего быть фильтром в экономике. На уровень президента не должно выйти ни одного непроработанного, непрофессионального решения. Это ляжет на него и на Бельского в администрации президента. И два таких, ну, немножко разные по стилю и направлению человека. Один более рыночный, так сказать. Другой более такой крепкий белорусский приземленный человек. Это совсем другая ситуация в администрации президента.